Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить фаршированный перец. Для этого нам понадобится фарш говядина со свининой, перец. Мы взяли мороженый перец, вот так вот он выглядит в морозилке. Наш перец разморозился, он чищенный, поэтому заранее отваривать нам его не придется. Он мягкий по консистенции. Яйцо, рис. Перец красный, перец черный, головка репчатого лука, морковь, чеснок. И для соуса нам понадобится сметана и кетчуп. Фарш мы добавляем в миску. Так, фарша у нас 800 грамм. На 800 грамм мы берем 4 столовых ложки риса. Солим фарш, солим по вкусу, кто любит соленый, тот подсаливает, кто любит нет, тот не досаливает. Перец черный добавляем, красного перца одну щепоточку добавляем, взбиваем яйцо. Перемешиваем все, нарезаем лук, его мы обжариваем на сковороде и натираем на крупной терке морковь, ее тоже обжариваем на сковороде. Так, с одной стороны мы обжариваем сковородкой лук, на другую сторону кладем морковку, обжариваем отдельно. Сильно жарить мы не будем, так припускаем. Добавляем фарш. Так, теперь мы добавляем морковь припущенную и лук. Добавляем чесночок, 2 зубка. Все очень тщательно перемешиваем. Фарш наш готов, и теперь мы начинаем начинять перец. Так как перец наш мороженый, нам его предварительно отваривать не нужно. Если перец берем сырой, значит его нужно будет отварить до такого состояния, чтобы он был мягким. Значит, берем перец и начинаем его начинять. Начиняем вилочкой, очень удобно. Перец мы зафаршировали весь. Начинаем, приступаем к приготовлению соуса. Значит, берем 3 ложечки сметаны. Кетчуп берем томатный. Тоже в таком же количестве. Размешиваем. И переходим к обжарке перца. Выкладываем перец на горячую сковородочку и начинаем его обжаривать. Сначала с одной стороны, затем с другой стороны. Перец у нас обжарился, мы его переворачиваем в другую сторону.
наш перец обжаривается, мы будем готовить соус. Значит, мы добавили 3 ложки сметаны, 3 ложки томатного кетчупа. Теперь добавляем стакан воды. Перемешиваем все. Перец наш обжарился с двух сторон, и теперь мы в него выливаем соус. Так, и продолжаем тушить его в течение 40-60 минут. Как только перец наш закипит, мы огонь уменьшаем ровно наполовину. Проверяем наш перец на готовность. Смотрим. Так, перчик готов. Мы его будем снимать. Немного фарша у нас осталось, и мы сделали фрикадельки. Перец наш готов. Приятного вам аппетита!